Всем привет! Хочу рассказать про крем для лица коллаген от G-God. Я не знаю, как правильно читать. Тут что-то на английском написано. Тут срок годности, скорее всего. И тут какие-то иероглифы. Говорят, что это Корея. Ну, честно, я не знаю, это подделка или нет, но крем, этот крем просто чудо. В начале осени у меня потрескалась кожа лба. Прям такие сухая была очень сильно. Отвратительно. Я вот заказала этот крем за 2000 тенге. И после пару... Даже 3 раз применения, 3 дня, кожа восстановилась. Я была в шоке. Я и до сих пор не могу поверить, что этот крем за какие-то 3 дня восстановил мою кожу. Теперь она... Конечно, я не буду показывать до, потому что я не фотографировала. Да и сейчас... Ну, крем просто супер. Я вот не знаю, честно, это подделка или нет. Так, консистенция здесь такая, как сметана густая. Крем белый. Такой вот. Вот. Мне он очень понравился, очень зашел. Просто до сих пор я не могу поверить, то что... Такой эффект у этого крема. Потому что всем советую, кто хочет за пару дней восстановить кожу. Вот так он называется. Коллаген Healing Cream от J-God. Я не знаю, как правильно читается. Так что все супер. Очень советую. Не проходите мимо тех, у кого сухая кожа на лице. И на рук. Для рук тоже этот крем подходит. Вот. Видите? Не смотрите, потому что они волосатые. Но кожа не сухая. Хотя сейчас такая погода дурацкая. Ветреная. Все, всем спасибо. Советую этот крем. Впитывается он быстро. Нету такой липкой пленки. Обычно я не люблю крема мазать, потому что вот намажешь, и такое ощущение, что у тебя жир на лице. С этим кремом таких ощущений нет. Так что советую.